Okay. Shout out to Body Mania channel. Что происходит, когда я готовлюсь к соревнованиям? Когда начинается сезон, то очень большое внимание уделяю употреблению белка. И вся моя диета построена на этом. Но после соревновательного сезона я снижаю употребление белка, чтобы восстановиться. Употребляю большое количество витаминов и минеральных веществ. И каждый раз я стараюсь улучшить свою диету. Это, конечно, тяжело объяснить. Но также я меняю свой тренировочный процесс. Уделяю большое внимание восстановлению суставов и мышц. И под конец сезона понижаю интенсивность тренировок. Что такое брендованное спортивное питание? Это чистый белок от независимого производителя. Ароматизаторы, подсластители, эмульгаторы, пеногасители, прочие химические вещества, красивая упаковка, раскрученный бренд. Планируете и дальше переплачивать? Или хотите приобретать только рабочий продукт? Мы даем вам возможность сделать свое питание полезнее и выгоднее. Lactamin.ru – выбор рациональных и умных людей. Russian bodybuilders of the present. Первое имя, которое приходит мне в голову, ну я не уверен, русский он или нет, это Федоров. Я, конечно, уважаю всех бодибилдеров, но я стараюсь фокусироваться на своих тренировках, вести свою игру и, по сути, ни за кем не слежу. Кто? Кто? Здесь что-то со звуком, я не могу понять, о ком вы говорите. Однозначно, я уважаю этого чемпиона. Вы знаете, я думаю, что он сейчас на хорошей позиции. И с этой позиции приходит очень большая ответственность. И вы знаете, я считаю, бодибилдинг – это прекрасный спорт. И я горжусь этим положением, на котором я нахожусь. Вот все, что я могу сказать. Для подписчиков канала Body Mania, я желаю, чтобы вы, смотря на себя в зеркало, осознавали, кем вы хотите быть, чтобы вы находили силы менять себя к лучшему. Будьте отважными, будьте сильными, будьте всегда позитивными и стремитесь к своей мечте.